Я хорошо или мне хорошо? Привет, как ты? Я хорошо, а ты? Как тебе? Мне хорошо. So the difference is the context. When you talk about feelings, you will use мне. Мне хорошо. So let's look at some video examples. Кричать, что мне хорошо, как никогда мне хорошо на сотню из ста. Все мои подписчики в Инстаграме, подпевайте с нами. But we actually don't say a lot мне хорошо. We just say хорошо. So quite often you can hear this phrase after Russians, for example, drink vodka. So they do хорошо. This is the meaning. Or if they sit in a sauna, Russian баня, yes, and it's so hot there, and they go outside, and it's snowing outside, and they say хорошо. So this мне хорошо has a very, very strong meaning. And the feelings which we put in this хорошо are also so strong. And one more time, let's look at some video examples. Мы не очень трезвы, но для танцев сгодимся. Мне хорошо, я не хочу идти домой. Мама, рано, слишком рано. Мне хорошо, я не хочу идти домой. Мама, рано, слишком рано, вуф, вуф. Мне хорошо, я не хочу идти домой. Мама, рано, слишком рано. Мне хорошо, я не хочу идти домой. Мама, рано, слишком рано. Мне хорошо, мне хорошо. But the actual phrase which we use a lot is хорошо-то как. Хорошо-то как. Господи, хорошо-то как. Meaning, God, how good is that? Господи, хорошо-то как мне. Хорошо-то как. Хорошо-то как. Mm-hmm. Господи, хорошо-то как. And again, let's look at some video examples. Ой, хорошо ты какой, да хорошо. Ой, хорошо ты какой, да хорошо. Ой, хорошо ты какой, да хорошо. Ой, хорошо ты как. Цыган? Нет. Рыбак. Пойдем в погоню? Вот так выйдешь иногда в чисто поле, вдаль светлую посмотришь, руки в стороны разведешь, а душа так и кричит. Эх, блядь! Хорошо-то как! So if the person asks you how you're doing, what will you reply? Я хорошо или мне хорошо?